Всем привет! После покупки MR64K 28 серии обнаружил то, что магазин, он шатается. Но это немного раздражает. Решил вот попытаться исправить как-нибудь. Решил как. Нашел дома лист медный какой-то, вроде бы тонкий, порезал его ножницами на две такие пластинки, одну вот уже подогнал, решил вот сюда вот приклеить суперклеем, может получится. Вот одна уже есть, приклею. Все, одна сторона готова. А, бьется из-за того, что там магазин вставляет, что слишком узкий, а рамка слишком широкая, и вот поэтому он тут вот бьется. Вот. Так, вроде нормально стоит. Сейчас со второй стороны попробую. Так, ну вроде нормально. Все, сейчас вторую поклеим. Что-то не хочет. Ну как-то так. Вроде бы подклеилось. Пробуем. Шатается, но не так сильно. По сравнению с тем, что было, нормально, мне кажется. Если у кого-то тоже шатается магазин, то пишите в комментариях, как вы от этого избавлялись. Будет интересно почитать.
Спасибо за просмотр.